конечно, очень выгодно заливать машину бензином. Требует, чтобы потратили бензиновый бак уже. Бензин дорогой, расходуется быстро. Бак нужно купить, иначе ты не это самое. Понимаешь? Такие хитрозадые такие, очень такие подленькие такие. Да, там написано, что они заливают самым дорогим бензином. Якобы. Сами заливают самым дешевым бензином. А продают максимум дороже. Нет, это свинство, это великое свинство. Это нечестно. Мало того, ты собирался заказать дизель. Я уж не знала, что там это самое. Почему не дизель? Потому что дизель на неделю намного-намного выгоднее, чем бензин. Конечно, по прямым трассам. В общем, это очень-очень некрасиво, очень-очень гадко. Ой, да, поехали. Пойдем домой. Мало бы мы пойдем домой. Вот 6 километров. По шоссе не хочешь? Из окна, у него развивается язычок, да, едет в Малагу. И ушки развиваются тоже так. Такого же цвета, только белого. Одно пятнышко маленькое было на груди.
Эль Фаро. Молодец. Слоники. Эль Элефанте. О, какая музыка у нас. Вот таких, таких, знаешь, романтических старичков. Да. Сколько лет? 20, наверное, да? Вот как раз, когда они были молодые, старички здешние. Давайте спать. Наверное. И смотрели друг другу в глаза, танцевали под эту музыку. Они были очень романтичны. Разнообразнее, чем сейчас.
свої роли на Бенгалмадене на зйомки. Ти хоч по сторонам вертись іноді? Вірчу, вірчу. Дорогу стрибаєш? Зая веде репортаж. Занька репортер. Репортер-профессионал, Занька. Мопедит. Да ну, кто бы мог догадаться? Море. Морские. Моросит. Вот въезжаем в Бенгалмадену. Спустя 12 минут. Он из Ирландии на мотоцикле парниша приехал. Дядька. Дядька приехал из Ирландии сюда. Представляешь, на мотоцикле? Да. Погрузил две пары джинсов, коробочки там рядышком, трусишек, носочков и поехал. Тут сельва марина есть, дельфинчики плескаются в аквариуме большом. Ага. На них можно посмотреть? Да, есть гора. На них можно залезть и смотреть сверху. Там коршунов аттракционы делают. Что там делают? Коршунов аттракционы, они прилетают, те на голову садятся. Внизу идет променад со всякими ресторанчиками. В конце променада, через 2-3 километра, будет буфет. Температура 22. 17-21. 17-21. А у меня температура показывает 17 градусов. Вьентес. Как красиво. Вьентес де Малина. Ой. Мулина де Вьентес. Да, мельница ветряная. Ветрянит. 24 градуса здесь. Добро, Таня. Что-то не соответствует. 17 в машине, но солнце аппарат нагрелся. Да, похоже. Ну, 17 вот тоже. Вот здесь кепочки, шапочки продаются. 17 тоже добротно. Теперь мы потихоньку уезжаем в Бенгалмадену и въезжаем в Торремолинос, голубой город. Лесбиянки, гейки табунами бегают. Куда бегают? Куда ни попадя. Налево будет скоро подъем в Carrefour, по-моему, называют его. Супермаркет огромный. Ну, может, в Carrefour. Шоппинг-центр, точнее. Во Франции были в Carrefour, мы с тобой, помнишь? Да, по-моему, Carrefour назывался. Классный супермаркет, там много всего чего хорошего, вкусного. Где все машины? Должен же быть трафик. Час пик. Пол шестого. А вот нету. А где?
Потому что говорится, что, например, Бин Алмадан сама по себе, она летом сезон разбухает 40 тысяч. Это же маленькая деревня, вот это Бин Алмадан, городок. Что-то распухает до 400 тысяч. Малага распухает там с 300-400 тысяч до 1,5 миллиона. Там пухнет так, что дай Боже. Распухает? Да. Все набухает. Все, всех набухает? Да. Летом. Летом все, всех набухает? Здесь почта, я всякие посылочки получал, себе заказывал. Зая. Здесь тусовочный центр, куча всяких диско. Называется, называется, ну как-то, что-то квадрат какой-то, диско или что-то. Зая ходил танцевать, да, Зая? Да, потихоньку. Танцевать. Приставал пенсионеркам, которые здесь умирают. О боже мой. Как это ужасно. А вот Тори Малинус. Которые здесь умирают. Да, Зе? Да. Торы это башня, Малинус это мельница, да? Вот тут строят билдинги, не могут достроить. Кризис. Ипотечный. Вот туда Карифур. Гигантский. Какая красивая дорога. Мне нравится. Пальмы? Нет, мне нравится свет, который происходит вечером перед заходом солнца. Мы за этой машиной, Каеном, Поршем, едем уже сколько? Мы едем уже 18 минут. Лучше обогнать? Он заслоняет вид? Да нет. Вот цены на бензин. Две выхлопные трубы, что ли, там? Самолет, потому что... Ну, это считается не самый лучший джип. Каен? Да. А что самый лучший? X5? Ну, вот то ли X5... BMW, да, было, или что? Ну, да, да. То ли X5, то ли я слышала Audi тоже. Хороший джип. Но Каен не самый хороший джип. Ну, вообще, самый хороший джип – это Range Rover. Range Rover? Да. Почему? Ну, по каким-то там бар, массаж, салон Камасутры. Ух, как хорошо! А массаж с хэппи-эндом? С фейерверками. Хэппи-энд массаж? В конце клоун, цирк, весело, все хэппи-энд. Фейерверки, хлопушки.
Блять.